актрисы Марины Голуб не стало в 2012 году на 55-м году жизни. Напомним, что актер Анатолий Белый был последней любовью актрисы. Мужчина предал Голуб, которая вывела его в люди и способствовала становлению Белого как одного из самых востребованных актеров. Он не только променял Марину на молодую женщину, но и явился на прощание с Голуб, с беременной избранницей, сегодня за скромным последним пристанищем. Марина ухаживает. Пожилой сторож. На скромной плите нет даже фото. Все заросло травой. Белый копейки лишней не потратил. Недоумевают поклонники актрисы. Марина была прекрасной женщиной. Человек с большой буквы. Слишком рано ушла. Кем бы был Белый без Голуб, Марина сделала этого неблагодарного человека, пишут пользователи интернета в комментариях под этими снимками. А что скажете вы,